под номером 10 выбрала флаг Республики Кипр. Прямоугольное белое полотнище с силуэтом острова медного цвета, под которым изображены две скрещенные ветви оливкового дерева. Изготовленное это прекрасное платье из ламинатной подложки и белой бумаги. А силуэт территории Кипра, изготовленный в зёрне кукурузы, наклеен на бумагу. На изготовление этого шедевра ушло 2 дня, 2 рулона бумаги и 8 метров ламинатной подложки. Ирина выбрала этот флаг потому, что Кипр – это остров, куда бы ей хотелось полететь в путешествие. Ирине хотелось бы узнать эту маленькую экзотическую страну, побывать на Средиземном море и собственноручно сорвать плоды апельсинового и лимонного дерева.